Вот, и Юга неустанно критикует Иисуса за то, что тот, по его мнению, позволил событиям выйти из-под контроля. Пошел на поводу толпы. Я такой, да не, мне денег не надо, ты чего, я просто... А он говорит... Я не меркантильный. Да, а он говорит, это тебе не взятка, а честно. Ну, честно, устал, да, да. Я Магдалина, да. Ты не знала, что она проститутка? Нет. Вот, ты сейчас выставляешь меня, как будто я всех проституток знаю. Время как Иисус сильно эмоционален, чувствителен и, как оказывается, не вполне понимает цель собственной жертвы. Ростислав Колпаков! Христос раздает автографы. Что классно. Рыбушка, детский дом.